ребят, привет. Не мог не показать свою законченную работу. Вот ролик, кто следит за моим этим творчеством, работой. Я показывал, как я катаю этот бак. Это не газовый баллон, это я делал сам. Просто от газового баллона вот эти вот места. Вот что у меня получилось. Этот смокер уходит в Нижний Новгород. Вот, не мог не сделать обзор. Потому что вот это место под Казан, попросил заказчик, здесь, так же, как у всех моих смокеров, подача, ну, в смысле, воздуха, дверца, ну, в смысле, это все запросто. И хочу показать, кстати, вам, также у меня здесь две решеточки, вот они, вот так вот. И вот, смотрите, до этого не делал никогда, здесь сделал желобок вот такой, чтобы стекало у меня, вот, желобок под наклоном туда, и сделал вон там сливное, нет, я всегда отверстие за сливное всегда делаю, вот этот, чтобы жир, конденсат, все стекало у меня наружу, ничего не горело, и поэтому сделано вот так, так всегда я делаю, чтобы, когда надо, ну, в смысле, дым шел, прямую, когда просто на казан варишь, чтобы закрыл я, у меня дым пошел. На, как реверсный, пустил вот так. Поэтому, вот, все очень, в общем, все вроде просто. Заказчик доволен, я тоже доволен. Столик опускается, соответственно, как... столик, вот столик опускается, получается так. И вот я хотел сказать, вот отверстие, сосок, ну, в смысле, стекает сюда, одеваешь ведро, ставишь, и можно мыть, можно то есть сюда, чтобы все стекало вот в это отверстие, когда работает смокер. Ребят, смокер получился 4 ВД, вот мобильный, очень легок в передвижении. Вот здесь видите, телега вот так крутится, все передвигается легко. Сейчас я его начинаю грузить, упаковывать, и поедет он в Нижний Новгород. В общем, ребят, кому нравится эта тема, делайте, заказывайте, кто не может сам сделать. Кто не подписан, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Смотрите ролик, как я делал бак. В общем, смотрите, как фаербок сделал, как соединяю. У меня все ролики есть вроде бы. Снимать было некогда, как я его делал. Ну, в смысле, потому что что-то спешка туда-сюда. В общем, всем пока.